Всем привет, чуваки, вы на канале Влада Тарасова, только я не Влад Тарас. Вы на новой серии пряток, вам очень зашли прошлые, так что сегодня мы собрались с ребятами. Так что вот, познакомьтесь, вот Влад Тарасов. Здорово, чуваки, подписывайтесь на мой инстаграм вот здесь. Ярик, снова с нами Ярик. Привет. Диман, Леха, Андрей, вы всех их уже знаете. Так что подписывайтесь на все их инстаграмы, вот здесь инстаграм Ярика. Вот здесь. Инстаграм Димана. Вот здесь. Лехин и Андрея. На инстаграм Алана подпишитесь, чуваки. Короче, мы для этой серии пряток выбрали дикую заброшку. Тут много домов, потому что мы в прошлый раз бегали на заброшке с пацанами. Мы хз, как отсюда выбираться. Леха, блядь, чуть не провалился в яму. Охуеть! Блядь, я выжил! Мы выжили! И мы хотим сыграть в прятки. То есть вот один дом, и тут много домов. Короче, чуваки, мы вновь взяли с собой бумажки, чтобы по-честному решить, кто из нас будет галить. Аланчик засыпает их в шапку. Владислав тащит. Момент истины, момент истины! Тарас лох. Я галю, пацаны. Я красав, ребята, я галю. Я еще хотел другую взять и потом переменил под конец. Вот так бывает. Угорали над Яриком, а получилось не очень хорошо. Я сам угорал, чуваки. Короче, на Тарасом прошла очень жесткая карма. Он всю дорогу угорал над Яриком, что он галил. И сейчас посмотрите на этого человека. Пиздец. И также мы играем, блядь, на наказание. То есть тех людей, если я не найду чуваков, то я буду делать наказание. Какое вы узнаете дальше. Так что, чуваки, давайте. У вас есть 15 минут, чтобы спрятаться во всей этой территории. И у меня есть час на поиск. Так что, чуваки, давайте. Пиздуйте. Все, мы выдвинулись. Только тут дождик пошел, вообще некомфортно. Тут здания такие криповые, не представляете. Я, короче, смотрю видос их, где они с Андреем и Лехой были на заброшках. Вот там тоже было крипово. Вот здание приблизительно похоже. Так, я, блядь, давно не базарил на камеру, вообще не ебошу. Сорян за тавтологию. Так вот, куда домик, думаю, может сюда залочиться, попробовать. На самом деле, типа, крипово, потому что... Мало ли что на заброшках может быть, типа это ж пиздец. Тем более они вот какие жуткие. И вот. И мы играем по всей огромной территории. Я хз вообще, как кого тут искать. И плюс наказание выполнять я тоже не хочу. Потому что если я не нахожу людей, то я выполняю наказание. И если я нахожу, тех, кого я нашел, они тоже выполняют. Тут какие-то коробки банановые. Слушай, пацаны, а вот туда можно запрятаться, очень интересно. Пробую забраться на коробки, пацаны, банановые. Опа. Пацаны, я залез на крышу, да, на крышу. Тут был первый ход, где над проходом было дерево. Я туда не стал лезть. Мы прошли, а тут уже проход, где, блядь, дождь пошел. А вот. Смотрите, пацаны, короче, куда я забрался? На коробке непонятно, бананов, блядь. Какая дичь тут творится. Я думаю, это самое необычное место будет из всех выбранных мест другими чуваками. О, это прямо вот сюда. Заточили, пацаны. Вот сюда. За коробки. А там, с той стороны, будет искать Влад. Вроде бы нашел место на какой-то заброшке. Чуваки. Это мой шанс на победу. Пизди эту лестницу. Сейчас сюда заберусь. Короче, чуваки, чтобы выиграть эту игру, мне нужно найти 4 людей из 5. Поэтому я буду биться, блядь. Сука, как звери, нахуй. Такой мощный, блядь, нахуй Рэмбо. Искать всех, пытаться, блядь, по джунглям, по этим всем заброшкам, нахуй, как в фильмах. Так, чуваки, пацаны. Я ебать тут. Тут очень страшно. Смотрите, куда я залез, нахуй. Тут точно Влад тут не найдет, блядь, точно. Я на крыше, ебать. Это просто экстрим, блядь. Экстрим, нахуй, тут остается только сидеть и ждать. Вот оно. Ребят, пиздец это. Это прям хардово, блядь. Не. Я уверен, что никто не найдет меня здесь. Хотя место вполне предсказуемое. Но все же забираться сюда достаточно неудобно. Я прошел во второй проход, где нормально все открыто. И Ярик убрал мне лестницу. То есть Тарас уже навряд ли меня найдет. Это будет классно. Сейчас вам подсниму видочки, от как тут все обстоит. Короче, сейчас попробуем сделать тактический мув. Перейдем через забор. Я его заприметил сразу. И если звезды на моей стороне, то все будет двигаться. Вот таким образом это все выглядит.
потолок рушится, дверь. Ну, мне очень интересно. Очень интересно, смогут ли меня найти в таком необычном месте. Надеюсь, верьте в меня. Поддержите лайком, поставьте колокольчик, подпишитесь на канал, на мой инстаграм. Девочки мне можете написать в директ, так что всех жду. Короче, вон оттуда я пришел. Там не очень комфортное место. Тут какие-то стройки идут свежие. Крышу закрывают. Вон уже жилые дома. Так, ребят. Мне кажется, что это место вполне предсказуемое. Влад может додуматься до него. И, кстати, на поиски всех этих чуваков у меня будет 1 час. Также я засеку время. Я со всех сторон обложился коробками. Даже если Влад зайдет в это здание, то не будет видно ни моей головы, ни ног. Вообще тело, в принципе, не будет видно. Так что, если он не захочет дальше рыться в этом здании, то я выиграю. Короче, чуваки, время пошло, я иду на поиски. Погнали, блядь. Кажется, что кто-то идет. Слышал какой-то шорох. Ну, хз. Мне кажется, рели, блядь. Из-за хардовой лестницы сюда вряд ли кто поднимется, но вероятность действительно есть. Короче, чуваки, захожу в первый дом. Надеюсь. Ебать, тут воняет, пиздец. Опа! Это следы. Значит, тут кто-то есть. Там подвал, вряд ли кто-то туда пошел. То есть дождь играет мне на руку, пацаны. Тут, блядь, второй этаж. Опа! Вот он, вход на крышу есть. Я не думаю, то, что на крышу кто-то бы пошел. Пока ничего не видно, не слышно, продолжаю лежать. Самое главное в такой ситуации, чуваки, это просто не засмотреться. Нашел, блядь, гончар, эй! Самое главное, чуваки, я хотел сказать, что главное туда не наебнуться. И этого чувака, блядь, увидел чисто случайно, нахуй. Просто я думал, кого-то тут найду, в итоге вон он в соседнем доме сидит. Только что нашли Диму. Я выглянул наверх, вот так посмотреть. И там просто Тарас начал кричать, нашел. Вы можете, наверное, услышать. И я уже подумал, что нашли меня, но потом он поясняет, кого. И я прям вздохнул, ну типа, было на грани. Пацаны, это очень страшно, каждый шорох дает, не знаю, стоят звуки, как будто кто-то за тебя стоит, и это очень страшно, пиздец. Ха! Блядь, чуваки, да, сука! Я так рад, блядь, я думал, никого нахуй не найду в этом огромном ебаном комплексе! Сука! Да! Может, кто-то за коробками заныкался? Да Ярик по-любому вон наверху сидит. Пацаны, я слышу голос Влада. Он сюда идет, пацаны. Надеюсь, он не додумается. Это что такое? Ебать нахуй. Крипово, пиздец. Охуеть, чуваки, блядь. Тут как будто трупаки, нахуй. Я ебал, смотри, блядь. Пальцы. Это что за хуйня, нахуй? Это как в аду, блядь. Прикинь, ночью вы заходите, чуваки. Такой пиздец, я даже не знаю. Просто, блядь, набитый ватой. Одежда. Я будто попал в детство, бой из темноты, это ебаный. Прям пиздец. Короче, чуваки, заходим, блядь, в то место, где Дима прятался. Меня уже бомбит, потому что время идет. Сколько осталось? Так. Монархи, нахуй. Монархи, сука. Я нашел след от вот таких вот кроссовок, точь-в-точь, как у меня. А не у Ярика и у Алана. Ярик бы в темноту не пошел, значит, пошел туда Алан. Вот мы его сейчас и найдем, чуваки. Да даже если Влад раз зайдет на крышу, я-то не в центре крыши. Я хер пойми, где я вот здесь в уголку. Я нахожусь здесь уже очень много, мне кажется, ну, по ощущениям. Я не слышал никого, и вообще я никого не видел. И как бы... Как-то уже некомфортно.
Он уже здесь, блядь, пацаны. Ярика нашли, блядь! Охуеть! Сука! Ебать, я тебя рад видеть! Здорово, блядь. Охуеть! Все, чуваки, продолжаем поиски. Пиздец, тут нахуй место. Когда я смотрел прятки Влада Тараса, я думал, если я приму на участие, то я выиграю нахуй. Вот так и случается. He really did it! He did it! Пацаны, так как я говорил, Лёху спалили первого, сейчас Влад с Лёхой прошли мимо меня, блядь. И они не додумались зайти в это здание, чтобы посмотреть, что там в коробках творится. Лёха сказал такой, пиздец, много коробок, я в ахуе. Я слышу голоса на улице. Я подумал о том, чтобы спуститься, но, как вы знаете, я попросил Ярика отодвинуть лестницу. А ещё второй путь вниз, он как бы запаян, так что я застрял. Бля, ребят, внизу я слышу уже побольше голосов. Значит, не только Ярик проебался. Это удивительно, действительно. Все, пацаны, я спустился с этих банановых джунглей. Сейчас, типа... Уже внизу, пацаны, так что... Пойду Леху искать. Типа, я видел, в какое здание он зашел, но я не в курсе, где он в этом здании. Поэтому это прям мега интересно будет. Я в ахуе сам. Короче, чуваки, информация обновляется. Димана, Ярика нахуй поймали уже. Остался я, Алан и Дюха. Ну, проблема в том, знаете, в чем проблема? Да что, когда Алан тоже, так же, как и я, решил залезть на крышу, блядь. И Ярик убрал ему лестницу, нахуй. Теперь он не может спуститься. Блядь, Тарасов! Вон патефоны идут. Вон патефоны, нахуй, никто их не поймает. Мы с Лехой хотели провести спасательную операцию для меня. Он должен был прийти сюда со своей крыши, поставить мне лестницу, мы спуститься, и все было бы хорошо. Но как назло, он только выходит посмотреть, где я, и видит Тараса со всеми. Он заходит в мой дом, и я услышал голоса снизу в доме. И сейчас просто максимально напряженной ситуации, пошел снова дождь, я сижу снова под навесом своеобразным. Ой, я не знаю, выберусь ли отсюда. Но если это видео вышло, значит я жив. Goodbye, my friends. 17. Спасательной операции быть. Только что мне позвонил Лёха. Мы переглянулись чем-то через крышу. Он сейчас придет сюда, поставит мне лестницу. Мы выбираемся, идем к нему на крышу, потому что там более комфортно и удобно. Так, мне сейчас просто нужно молиться, чтобы его не спалили по пути. Ребята, спустился, сейчас иду. На помощь Калану. Нельзя кентов бросать, твою мать. Нельзя кентов бросать, твою мать. Безумно можно быть первым. Вы поставили лестницу, вы сюда поставили, да? Поставить тебе? Поставь лестницу. На туре? Надо? Да. Ты будешь залезать? Давай. Аккуратненько. Охуеть! Охуеть! Он на крыше, блядь! Я кое-как сюда залез, я весь грязный, блядь. Троих, нахуй! Как так? Ебать, ты место выбрал, китайская морда, нихуя себе! Я проиграл. А я, блядь, слази вниз, ты меня подними тут, блядь, смотри, дырень какая, нахуй. Короче, я нашел Алана, три человека, ищем последних двух. А времени? Алексея, Андрея. 5 минут, ну 6:30. Слышу голоса. Главное, сука. Чтобы они... Блядь, чуваки, там Алана спалились. Пацаны, блядь, я увидел этих охотников на привидение, блядь. Я спускаюсь в подвал. Ребятки, да у срачки страшно. Блядь, да у срачки страшно. Сука, пацаны меня спалили, нахуй. Они идут сюда, нахуй. Чуваки, у меня последние 2 минуты осталось. И сейчас мне нужно хотя бы одного как-нибудь умудриться найти, потому что я уже пиздец заебался. Короче, ребят, я опять вернулся на место.
Обновляю ситуацию. Короче, Алана, как я понял, спалили по крикам. Но я пытался его спасти. Да, я даже слез с этой ебучей лестницы. Володюхи, я хотел где-то по последним сведениям, он где-то в каком-то складе, блядь, с бананами. Я пиздец в замкнутом пространстве, посмотрите. Потолок наверху, блядь, в 5 сантиметрах. Те, пацаны, те, кто боятся клаустрофобии, явно вам не сюда, пацаны. Тут меня никто никогда не найдет. Это факт. Фух. Все, ребят, время истекло, нахуй. Я проиграл. Нашел только вот этих 3 балбесов. Двух братьев не нашел. Че, где Леха? 2 я нашел, 2 не нашел. Вот они, чемпионы. И в итоге мы 4 выполняем наказание. Именно кушаем самое мерзкое блюдо в мире. Свиные пятачки, чуваки. Я пиздец их не хочу хавать. Оп, как они воняют. Тихо. Хавать. Нет, он хавает самый первым по очереди. Давай, честно сказать, пахнет как колбаса. Сука, да давайте речь уже. Вон сюда хавать. Вон она забьющая. Они какие-то блестящие. Она полностью сесть получилась. Ты хули выплюнул, блядь. Она полностью сесть. Бля, чуваки, я кусочек кое-как проглотил, мне чуть не стошнило. Мне прям вот эта подошла штука, мне прям очень плохо стало. Блядь, лучше б я всех нашел, пацаны. Я нахуй эти пятачки хавать. Короче, чуваки, и вот на такой вот хорошей ноте видос заканчивается. Андрей и Леха выиграли. Короче, всем большое спасибо за просмотр. Лайки ставьте, подписывайтесь на канал, комменты пишите в колокольчик. Извините, также на все наши инстаграмы подписывайтесь, ссылки в описании. Всем пока, чуваки. Bye, my friends.